sound like me. That's because I never imitate the other MCs. У нас, наверное, все еще покер, да, висит надпись, да. Надо поменять League of Legends. Паучиха паучит. Пауча. П-п-п. Ух ты, я еще и баню. Тогда они попали. Мои супербаны. А все. Не знаю. Сенпая забаню. Знаю, мне на всех пофиг. Что там? А, во. Точно, совсем забыл. Ты ж монстр. О, парень без флеша будет. Фрифраг. Там тема пик Мехикарим, и он долго обсуждал ее. Оцените мои труды! Я целых 15 минут на это потратил. На моей главке почитайте о канале. Как вам, как вам? Круто вообще все? Или может еще что исправить? Кстати, топ-донат надо давно исправить. У меня почему-то старые данные висят. Сколько у меня там человек? 5 помечено, да? Надо топ-донат поменять. Там пятерка бойцов уже поменялась. А чё, как это сделать? Короче, так сделать больше нельзя, как можно было раньше сделать. Вручную, что ли, придется вставлять? Я, наверное, поэтому и не менял. Ну ладно, если вручную, что нам известно? Витков, понятно. Следующий 7547. Так и есть, потом 6К. Так и есть, потом 3, 6, 5, 9. Так и есть. И 3, 4, 5, 0. А, так только один человек поменялся. Фу, такими быть. Надо будет забанить всех, кто мне не задонатил из этого топа. Так, есть тут Витков? О! Не, подожди, ты как раз донатил, я правильно понимаю? Да, ты как раз донатил, тебя не трогаем. А вот Чу, Севарда, Ромалая и Абьюзу, им лучше не попадаться мне на глаза. Нифига они там набрали монстров. XCOM без линка, да, я знаю. Потому что у меня они все пока висят. Короче, я это исправлю. Не волнуйтесь. XCOM. Но кто-то, значит, прокликал кнопки. XCOM действительно без линка. Потому что они у меня все висят под названием Livestream. И мне было влом их все переименовывать. Там пацаны лес не поделили. Да нет, там, скорее всего, один на топ идет, второй в лес. Как-то так. Ренгар, наверное, на топ не. А, да, все верно. А, Ренгар Pressed Q. Чего?
Чиказик с лесу, Рингар на топе, а у них ники Рингар и Крю. Просто забыл сделать линк, нифига подобного. Я проверял вашу наблюдательность. И надо еще в незавершенные игры добавить Final Fantasy Tactic. Но пока красиво, вроде 5 этих, и поэтому мне было нормально. А XCOM, я думаю, я перенесу с этого в завершенные стримы. И пометку еще надо будет, наверное, сделать Iron. Хотя не обязательно. Пусть будет завершенных. Семерку тоже можно перевести в завершенные, кстати говоря. И паразиты второй в завершенные. Вообще все завершил игры. Я все игры завершил. У меня нет незавершенных игр. Че это? Честно, закончи игру и тогда переноси. Я закончил. Как бы, я больше играть ее не собираюсь, значит закончил. Что тебя не устраивает? Ого, я уже до даймондов дошел, смотрите. Сам, ребят. Чувак уже Люциан Даймонд в прошлом сезоне. А тут вот эти голдашки были уже в списке. Ну я там какой-то нереальный винстрик устраиваю. Ну, не мудрено, играю только на Казиксе или только на Элизе.
Газикс не успел. Оренгар на грани выхода из игры, я думаю. Ух уж эти грани выхода из игры. Посещают они мысли бедного Оренгара. Такой пикаешь Оренгара, короче, и играть не хочется, да? Уж как я его понимаю, когда играю за Оренгара на топе. То же самое творится. Да что с ним не так? Он заколебал дайвить. Skillet player. Просто Skillet Z там all-in и делает. Отдается и пишет такую чушь. О! Он уже убивает их один в два. А, причем реально убивает один в два. А, чертов. Чего он так развернулся? Ну, я ж прыгаю сюда. Блин. Ой, фак! Фак. Я не хотел забирать, чувак. Я хотел помочь. В итоге забрал. Сделал авто на одну хп. Когда я сделал авто, там было фул хп. Вот он плакса, короче, этот Z. Подожди, мне надо призрака убить. Вау, серьезно? Как он увернулся? Чиказикс на меня выходит. Чё-то какой-то Велкс у них сильный. Ой, там Зет сейчас чё и начнёт троллить нас, ребят. Мы же отобрали у него красный. Если бы я не отобрал красный, Зет бы однозначно убил чувака. Вот я красный украл и всё как бы. Но я не успел сделать флеш-стан. Велкос убил Зеда и отменил свою ульту, и поэтому он сдвинулся с той точки, куда я ультил. Вот и все. Rampage. Не на того ультанул он, к сожалению. Ультанул бы на того, была бы победа. Откуда у него синий? Там серьезно? Казикс ему синий отдал? Я просто представляю, насколько Казикс в жопе сейчас. Он там еще синий отдает. О боже. Этот Зет. Еще и Блиц его встретил. Опять за медло пролетело. Outgunned you. Ну, круто. 0-0-1 Блиц. АМ 1-0-3. Юбан мой мейн! Ты не сказал ни слова про свой мейн, чувак.
Ты, чувак, ни слова не сказал про свой мейн в чате. Он играет на том аккаунте, чтобы играть на Лисине. А он спросил у Лисина, хочет ли Лисин, чтобы на нем играли. Не убил. Тот чувачок сам подошел, он на самом деле не убил его. О, я не успею. А там блиц к нам не идет? Мне на самом деле сыкотно. Лол, Велкас еще что-то говорит? Он опять пинг поставил? Вот чуваку делать нечего. Вот бы проигрывать игру в щи и ставить пинки по КД. Ну да, я 9 левел, он 7, все как бы с ним понятно. Ну реально все понятно с этим парнем. Зачем вы спалили это все? Просто взяли, спалили, что я иду делать Дрейка. Молодцы. Ну ладно. О, там Z опять просит ганга. А не тут-то было. Извините, что я флеймлю, как сучка, сказал он, но я хочу играть за Лисина. Я не против. Напиши это в чате, чувак, с самого начала. Я не ясновидец, чтобы знать твоих чемпионов. Ну, то есть, серьезно, ну как я мог знать, что он хочет играть на Лисине? Давайте вышку попытаемся сломать. А морда-то все еще ОП. Такой разнос устроили мы с ним.
Иди сюда. Трусы спрятались на базе и сидять. Эх, вот бы пикнуть Ренгара и Казикса и вот так вот играть за них. Не мудрено, что люди недовольны, когда я пикаю Ренгара или Казикса, потому что они вспоминают вот таких парней. Как бы, если б я... Так, Зеда я не буду хонорить, он не очень. А эти все френдли. Было бы странно, если бы ты ни в кого не попал в той толпе. Не, так я целился в Элказа, и в Элказа попал. Я про это имел в виду. Так-то да. Если бы я хоть в кого-то попал. Чё там? Это была 9-я игра на Элизе. Да? 3, да. Еще 11 игр на Элизе, мы сделаем трюк. Хреново, что мой ММР увеличивается, и играть все сложнее и сложнее становится. Казикс в этом смысле, ему легче досталось Элла, чем Элизе. Да на ЛП-то вообще пофиг. Ивелинке так вообще дико сложная достанется Элла. Она будет уже на мейне играть, по сути. Diamond 5 мейнер. Ну, я Diamond 3. Так что вы не сказали? Кнопочки нормально, все окей, классненько. Ривен у нас есть год. Кого еще банил в прошлый раз? А, Физа, конечно же. Бан Мунда. Ну ладно. Плаксы. Ну, а что он забанит Мунда сейчас? Окей, thanks. Кнопочки. Двадцать игр барда, чтобы у нас вытекли глаза. Кто сказал, что ты будешь играть на Эвелинке? Я сказал. Не, ну на Эвелинке вроде как не надо уже в этом сезоне играть. У нас 200 побед на ней. Мы прошли игру на Эвелинке. Вы же знаете, что чтобы пройти игру, надо сыграть 200 побед. Only the spider is safe in her web. Вот у меня 200 побед есть, я прошел игру. Триста шестьдесят игр уже, на ней хватит ее. Но в первом сезоне, который я играл в Лигу Легенд, я на Элизе сыграл 800 игр, так что... Мне кажется, чтобы достичь мейна... Мейна вы достигаете, когда уже за 1000 игр переваливается. Не слушайте этих идиотов, которые говорят, что сыграли 3 игры, и ты крутой. Кто это сказал? Как я сказал? Я как игрок, сыгравший 200 побед, знаю, я за Велинку прошел игру. В прошлом сезоне не прошел.
Берёмся. О, нам опять голдашку дали в команду. Правда, есть и Ирка. Карма джангл с экзостом. Да. Diamond Frog залогинься. Все еще всех приглашает. Через два дня, ребят. Начнется месиво. Кровавое месиво. Европейцы с китайцами. Американцы с корейцами. Евген Глушак забанен на час. They have no smile. О май гад! Элис, yeah! Smite his Grom. Ну... По мне это туристки, ребят. Но идею я понял. Но это туристки. Что, я выбил вард? Не, я не выбил вард. Я по лицу только получил. Can be ultra wurf. Ну, на самом деле киндретовская хелпа нам не нужна. Так, 390, да? Пошли. Потихоньку надо уже двигаться. Джаксимус. Сейчас будет эпик старт, 4 бафа. А чё Ирка ТП не нажмёт? Они же её не смогут задавить. Странная Ирка. Они реально её бы не задавили никак. Она получила фришный опыт и никаких проблем. Ой, у нас киндредка просто мусорная какая-то. Да я дальше не собираюсь пушить, все нормально, Ирка. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам.
Блин, линия неудачно осталась. Эти ребята все на оба на топ идут, такие просто ПКДшники. Let's go на топ, чтобы не происходило. Блин, хотя бы красный забрать перед этим. Просто если я в открытую буду идти к ней на линию, мы не будем использовать преимущество моего смайта вообще никак. То есть я с таким же успехом мог бы с ними стоять. Там, зачем ты сюда вард влепил? Тупая ты. А если я буду так ходить, то все хорошо у нас. О, тебе надо было нападать. Ну что ж ты такая глупенькая. О, и теперь я из-за нее умру. Ирка. Ну, по мне она как first time играет, то есть реально не понимает ничего. We're gonna lose it! We're gonna lose it! А, еще раз отдалась. Не, ну она тупая просто. Branded to planer просто. Все, что надо было ей делать, это просто стоять всегда под башней и ждать. Че, он не сюда идет? Boosted, я не знаю.
Ребят, тут ничего не сделать. Four. Просто, блядь, репорт Элизу, говорит парень. Домой. Он просто реально не понимает этого. Такой даун. Я ему объясняю, что она фидит, и я хотел башню прикрыть нашу, чтобы нам ее не сломали за секунду. Тем более, что я их убить могу. Обоих. Я, в отличие от нее, играть умею. Мог двоих убивать. Только она не понимала этого, как это делать. Майве, хуеве, блядь, твоя. Disappeared. It calls skill. Это называется skill. Я просто задоджил. Это не один в два, боже мой, он тупой, что ли? Это был один в один или два в два всегда. Просто она физит пока, он, походу, реально не смотрел. Он реально, походу, не смотрел за игрой, что происходит. То есть, у него был свой last hit, и все. Ну, походу, да, они прямые, да. Looks like. Looks like, yeah. Вау! Вот это дэмэдж! Ирка просто стоит. And the rally and just watch. Just like she did on top. X9 rally, please. GGWP. Да, back to bronze. Окей, окей, чувак. Ну, это, видимо, какой-то 50 Cent там играет на киндер первый раз в жизни. Me? Причем мы легко могли выиграть эту игру, не, ну, то есть даже после этого небольшого фида от Ирки. Все, что надо делать, это играть, а не в носу ковырять, как она сделала. Просто сильный. Просто парень какие-то рандомные слова пишет. Random words.
Да, с такой киндредкой точно не нужно два смайта, даже три смайта. Вообще ни одного смайта не нужно. Чувак проиграл мид в соло жестко. И какие-то у него претензии. Это учитывая, что как бы, ну, у меня статистика с самым высоким партисипейшеном в игре. То есть это означает, что я вообще-то везде был. В этой игре. Ау. Че меня так сильно ударило? Меня что-то очень сильно ударило. Вот эта штука, видимо, меня и ударила в прошлый раз. А зачем мне эта вторая? Ну я обоих зарепорчу. Просить я не буду никого репортить, просто заблочу вот этого идиота. Intentional feeding и hate speech. Racism and feeding intentionally. Репорт. Это вот этот, да, парень? Racism and flaming all game long. Please, Rita, do something with that player. О, мне тимворк дали. Ну, видимо, Тристана, потому что видела все. Ну, если это были премейды, я надеюсь, им обоим завтра аккаунт забанят. Потому что Тристана точно его зарепортила. Наутилус, не знаю.
время Регнару. Это не их все же спелы. А вот этот парень с Тандерлордом должен быть. Так, я говорю, я все равно не понимаю, как на Ютубе зарабатывают. То есть я поставил рекламу, все поставил. Просмотры набираются, денег не идет. У меня есть только один цент, и он был заработан один раз. 100 лет назад. Это ж сколько надо просмотров-то поднять? Чтобы продвинуться вперед. Такого быть не может. Наверное, что-то не так происходит. А, подождите. Я дата создания 9 декабря, а сейчас 16. А здесь написано, что перерасчет идет на видео после 7 дней, когда оно висит. Так, да ладно. Надо подождать перерасчет. После 7 дней. Окей. Так, ну, это какие-то вообще другие парни нам попались. И Kindred Jungle. Kindred Jungle. ЧЗ, ты... Ну, тут Джоня must have. Скоро станешь миллионером? Конечно, скоро. У меня там видосик на 600 просмотров, на 650. И неожиданно на Final Fantasy 7 у меня... А, у меня, кстати, на Final Fantasy 7, по-моему, монетаризация не была поставлена. Так что с Final Fantasy 7 я не заработаю. Зато там 3500 просмотров. Даже уже 3700. Там каждый день прибавляется по 50 человек. Я не понимаю, как люди его находят, но как-то находят. Но как-то его люди находят. Зато здесь я вот сейчас нажал рекламу, и просто тонна денег придет, я уверен. Кстати, надо число уже поменять. 457 у нас. 457. Ой, не то нажал. Все, ребят, мы богаты. Че это такое на меня накинули? Че это такое? No, Kindred, no! League of Thunderlords. Ну стреляете, красавцы. Джиджи. Он говорит, что будет стрелять громко. Надеюсь, не у меня. Это кто знает? Может, он a bad skin? I believe in you. Не-не, это будет невыгодно. Нифига он там на скинет ставочку делает. Пацаны, на скинет ставочку делать. Можно скинец выиграть. Лол. Как он это сделал?
Я вообще не понимаю. То есть я не понимаю логики даже Кендретки, почему она решила дать шанс. Там же можно заблокировать вариант, вообще миллиард было у Кендретки, как задефать свой баф. Можно встать, перекрыть проход. Можно перестать бить, переключиться на нее. Этот чувак ровно нанес столько урона, сколько надо, и отошел. Еще, чтобы точно можно было попасть. Мол, кидайся, не хочу. Кендретка в жопе должна быть сейчас, поэтому... О, она догадалась, что... Я догадался о том, что она в жопе. И вот такие дела. Ладно. О, Дариус идет. С Дариусом можно поворкать. Балансный урон, конечно, от нее. Меня Дариус забайтил, он начал вроде идти в мою сторону и передумал, а я уже типа пошел и думаю, ладно, может она не начала, или наоборот начала. И она действительно не начала. Пришлось флеш потратить. Причем она тупая, если бы она флешнула за мной, то она меня, скорее всего, Зеду бы прокликала и убили меня. У меня Ешки-то все еще не было. Ну, как бы. Мне-то чё? Это ж она тупая, не я. Ну, на Хайла, наверное, меня бы наказали за такое. Ну чё? Блин, там Мегагнар сейчас будет. Долго эта монетка на мне висеть будет? Все, он сейчас Мегагнаром станет. Подождем это и выйдем. Ну я знаю, знаю. Блин, ты идиот, он сейчас Мегагнар. О. Чувак. Он не догорал. Тут он точно не догорал. И так лучше. Да и в любом случае мне килец, я только за. Пока все хорошо, так как Кендретка, наверное, уже 20 фарма. Едика легко фармится в лесу, хоть он у нее...
фри. Фри игра. Я настолько был уверен, что я его уже передамажу. У меня же и ешка была. Все было. Ой. Так почему ты не дернулась даже? Ты тупая, что ли? Кто не кувыркается? Ну, наверное, человек, который умирает просто так.
Я 11 хотел взять. А чё, единственный 11 на карте, не? Почему нет, бро? Из-за него я еще умру сейчас. Ну, это правда. Она стриколилась, она больше ничего не остается делать. Как попытаться сделать фрикилы. И мы фрикилы начали делать, и в итоге все забайтились, перебайтились. Не стриколилась бы. Мы бы могли делами заниматься злыми. Let's go for Herald. Somebody go for Geralt. Тут, блин, ты, она подойти может ко мне? Или это так сложно? Надо обязательно в Жанну какие-то еще спеллы кидать. Там по таймингу он сейчас должен был уже пропадать, и я мог чуть-чуть не успеть. А так все, сейчас Дариус будет с Нашором пушить, а мы можем здесь пушить. Что там опять творится? Я просто в тильте. Все промахиваюсь, ребят. Зет нам снес бот. Там пинг стоит.
Лол. Ну вообще за секунду это заберем. Сраная Жанна. Да ладно! Я так его заотплеил. А он не пошел. Сейчас Гнар будет прыгать. Пофиг. Килл в килл, нормалек. Там, потому что сторону ломают. А мне с этим хп лучше на базу сбэкаться. Я все равно бесполезен с таким хп. Неиграбелен.
Ну что, мы открыли им одну сторону. Ой, Дариус. Супер ловушка от Дариуса. В итоге он еще и умрет. Никого не убьет и умрет. Корки, конечно же, синий must have. Дрейк минута. Как ты можешь не попасть чармом в него? Я вот это все понять не могу. Как она раз за разом не попадает в него чармом после его ульты? Еще и Корки сейчас умрет.
не дамажит, что ли? Я не понимаю. Кто-то стоял, походу, и не дамажил, ребят. Другого варианта, потому что этому я не вижу. Ну, ясно. Я в стане простоял. Корки executed, окей. Живой пьем. Ладно. Ничего не сделать. Просто у нас нет АД-керри. Ну, кто не понимает, почему мы сливали каждый файт. У нас нет АД-дэмэджа. Дариус не наносит, а корки это не АД-керри. Это кусок говна. Посмотрите на дэмэдж корки. И это еще магический урон будет. Посмотрите. Видите? Вот, единственный наш АД-урон. Все остальное мэджик. Они собрали кучу магреза, и мы ничего сделать не можем. Ну что, я зарепорчу этого дебила. За то, что он еще Тим Колса не слушает, и у него 13 смертей. QSS-а нет, Джонни нет, нихера нет. Полезный просто игрочок. 13 смертей. Интересно так играть. Майкер немного FFA начал снова играть. Коп забанить, Вейн забаним. Ладно, я сейчас солью, пойду отдыхать. А то что-то сливаем катки. Ну, я плохо отыграл эту игру. Вот эту очень плохо отыграл. Столько всего не попал. В Last Team Fight так и не смог добраться до Вейн. Станом не попал. Перевоплотился и пошел до конца. Думал, успею Жоню нажать, но Зет меня ваншотнул где-то с 1500 хп. За фигня. Mm-hmm.
Че, сколько людей посмотрели те ссылки, которые я покидал? Давайте посмотрим. А никто почти не посмотрел. Шестнадцать просмотров у покера и 34 у ха-ха-ха Ренгара. Ну и хрен с вами, золотые рыбки. Так, мне интересовало, я могу поиск вести, да? Final Fantasy. Можно же даже цифру, я не буду вводить. Если там что-то происходило, то я не в курсе. Просто чтоб вы знали, что я ничего. Мне просто интересно, как это все на Ютубе работает. Хоть раз копейку заработать бы на Ютубе, хоть одну копейку понять, как это делается. Так, что у нас тут по пикам? У нас Физ, Калиста, и Релия, и Блицкранк. Слушайте, вообще все хорошо. А они сразу Лисина. Стоило мне Лисина не забанить, сразу появился. И Мунда у них еще. На Мунда начхать, меня пугает только Бранд и, ну, дико хороший Лисин. Потому что я всем линиям помочь вряд ли смогу, а он может успеть натворить чудес. У нас дэмэджи выше крыши, пойду в полутанка в этой игре. С вардом, чтобы контрить Лисина. За счет вижена. Убийца у нас должен быть Фиса и Релия, а я так. На подхвате.
О, у нас вся команда соображающая, у них почти вся. Ну, Мунда просто не взял эту, потому что она ему не нужна. Куда, что, почему? Блиц, прекрати, спрячься. Этот блиц, я просто охреневаю. Ты уж объясни, что ты делаешь, блиц. Я понимаю, меня Бран типа кинул спел, но я вообще ничего не видел. То есть в меня спел никакой не летел по анимации. А я потерял 80 хп. Нормальный такой баланс атрибутов. Просто такое идешь и теряешь 80 хп. Ни за что. И только понимаешь по пассивке, что это был Бранд. А, там же Сенпай. Хотя вот эта штука меня может спасти. Роумище туда-обратно. Что-то она перестала роумить. А, ну да, он уже здесь. Ах, help! I click it three times. Anyone? Blitz, Fizz, Friello. Just come and easy kill. Why you still not understand it? I don't give a fuck. I will AFK farm. Good luck. Good luck, guys. Friello for Lee. With that mid laner просто. Мне еще Калиста забатила своим бредом говняным. Причем я Лисина передамажил в начале и кликнул, типа, подойдите кто-нибудь. Никто не сдвинулся. Второй клик сделал, никто не сдвинулся. Ну, когда умер, был третий клик уже. Ладно, буду АФК фармиться. Моя команда втащит. Ну, либо не втащит, и мне уже будет пофиг. Легкий АФК фарм. Никого не гангаем. Они же как-то выигрывают такие игры. Давайте я такую выиграю игру. Ничего делать не буду и выиграю игру. Ну, я про предыдущую, допустим. Kindred никого не загангала за игру. Вообще никого не загангала. То есть, она не знала, что такое лес. И что из него можно выходить иногда. И выиграла игру. Нормальный человек. Никого не загангал, выиграл игру. Ни одного Дрейка не забрал. Всех Дрейков забирали без нее. Ну просто вспомните, как это все было. Первого Дрейка мы забрали. Второго Дрейка забрала Вейн соло. Третьего Дрейка забрал их Вейн плюс Зет. Kindred ни разу на Дрейке не была. Так что просто играем и все. Игра сама выиграется. Можно реколиться, сейчас снова мопцы появятся. Ганги, не слышал, что это такое. Тем более, вон у нас какая штучка есть, смотрите. I'm Fizz.
Бывает. Ты иногда умираешь. А я долбоёб Лисин. Не умею кидать спеллы, не понимаю, где будет Элиза сейчас. И что можно просто сидеть в кустах и ждать ее, а не выходить из них. Непонятно зачем. Ну вот зачем он вышел, ребят, из кустов, объясните мне. Очевидно же, что я сам к нему приду сейчас в лапы. То есть вот сиди здесь и жди, пока я буду проходить, кинь кушку, ваншотни меня. Так выигрываются игры. А как он сыграл, так не выигрывается. Нифига там Мунда что вытворяет. Еще и вниз полетел. Смотрите, что Лисин творит вообще, короче, идет уже ко мне в мой лес. Идем спасать брателло. Брателло не спасти, он из-под башни убежал. Давай, Лисин, ставь вард и прыгай. И кушка. Оп! Бывает, Лисин. Дрессированный Лисин просто. Обожаю проигрывать игры такие. Где-то, ну, на голову лучше играть, чувака. Ну, это Лига Легенд. Надо, чтобы вся команда играла хорошо, а не ты один. Ну, точнее, здесь надо было, чтобы вот этот играл парень хорошо, и вот этот. Парам-пам-парам-парам-парам-парам. Мне даже Ирелия в этой игре не нужна была хорошая. Ну, она, походу, и не есть хорошая. Так, сколько мне надо еще? Не знаю, 1400, по-моему. Штука еще не появилась? Ладно. No, Ирелия, no! Мунда, походу, ко мне побежал, а не. Уу, Мунда! Мунда, почему ты нас покинул, Мунда? Даже эта Ирка понимает, что надо станет. Че, Лисин будет здесь? Не пришел. Лисин-то в дэмэдж идет? Хо-хо! Че делать, пацаны? Где там наш следующий айтем? Если здесь просветка не включится, ставим сюда пинг. На, не включилось. Это ж команда! Не подходи! Тупая дрянь. Чуть не убила меня. Я просто не знал, есть у него ульта или нет, поэтому я говорю, не подходи. У-у-у.
Продолжаем фармиться. Я что-то перестал фармиться совсем. Это же Kindred Damage, которого нет. Мифический Kindred Damage. И тут Элиза бежит такая. Бежит. Бежит, запуталась в пауках. Перевоплощается, флешается. Оп. И Йоламолд. Я не знал, когда у него Ешка откатится. Че ты мне пишешь, Зеткакун? Я не знал, когда у него Ешка откатится. Я кидал на Ешку. Зеткакун, бро. Только профессионалы кидают такие кокуны. Вы познаете эти кокуны только когда сыграете 1500 игр за Элизу. Раньше никак не сможете познать этого. Сыграйте за нее с мое, и оно наступит. Это чувство кокуна. То самое чувство кокуна. Как у лисина чувство ноги. Так у меня чувство кокуна. Вот это улынчик пацаны сделали. Ну что ж такое. Ничего не сделать, пауки! Пауки мои друзья! Нет! Нет! Оп! Обознатушки-перепрятушки! Видали, как я заджукал? Что там такое сбоку? Это что там стреляет? Кто тебе разрешил? Да, Лисин, у меня уже 62 фарма, ты не ошибся. Я думал, он сейчас посмотрел и такой, какого? И да, Лисин, 62 фарма, только у меня, только сегодня. Нет! Физзакерри над тукерри. Вот это Лисин плейсы. Но у него нет чувства кокуна, как у меня. The feel of cocoon. Сколько ж всего в меня летит? Ну чё там? А, ну все, я не успел никак. Эх, вот бы чувак не реколился. Блин, они просто остановились. Оу! У тебя нет чувства кокуна, он есть только у меня, нет? Ох уж это чувство кокуна. Пинг все еще стоит, отлично.
И мы даже еще не проиграли игру, а я уже монстр. Правда, команда вся сливает. Я в этой игре вообще не работаю ни на команду, я сам на себя работаю. Что бы ни происходило, я не должен умирать. Там Мунда у них вообще уже монстр, походу. С 20 киллами. 5-3 только. Фу, слабак. Только 5-3. Я такие статы каждый день делаю. Давай. У меня есть чувство кокуна, у тебя нет. Видели, видели, что делает чувство кокуна с этими людьми? Все, я переименую стрим в чувство кокуна. Я больше не Элиза Паутиновна. Я кокун мастер. Надо бы, наверное, сорокалиться. Мы еще и вышку заберем. И снизу могли бы вышку забрать, если бы Калиста пошла со мной. А как мы Мунда убили? Я все понимаю, кроме того, как мы убили Мунда. Ой, что-то... Давай, Физ! Вурф! И они даже на шо разобрать не смогут. Такие слабые. Тише, 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 ребят. Вам меня не догнать! Ты что здесь делаешь? Иди отсюда. О! Мы там Мунду втянули. Но только здесь столько фарма. Я не могу это позволить пропасть. Продолжаем пушить. Killing spree. Это я понимаю быть закерином. Бегаешь тут с чувством кокуна и побеждаешь. И такой, хоп, 107 фарма уже, Алисина, а у меня 64. А я такой, у меня 107. И он спрашивает, but how? А знаете, что я ему отвечу? Вот кто знает, ребят, вот кто знает, что я отвечу Алисину на это? Есть ли хоть один человек в чате, кто догадается, чтобы я ответил Алисину? Я так и знал, что нет ни одного бравого рыцаря. Чувство кокуна? Хорош! Вот хорош. Вот просто хочется сразу человеку взять и дать пятюню. Просто хоп и дать пятюню. Так, что-то я походу... А, чувство кокуна помогло мне увернуться от этого спелла.
Хоп, и дать бан. Ты не оцениваешь силу какуна? Ну что за? The feel of my cocoon. Ой. Это я не заджукал. Это был нечестный спелл. Я его даже не видел. Комрады! Репорт комрадов. Один умер, второй убегает. А, мы вышку на топе убили. Неплохо. Это у лисин какие-то проблемы с кошкой, мне кажется. Воу! Ну, что там, я начну двигаться когда-нибудь? О. Kill him! Kill him! Тыщ, стан! Блиц! О, притянул, подкинул! Ре нажал! Вот это... Чувствую силу. Конечно, не какуна, но довольно близко. Старею, какунчиками уже не попадаю. Че я застрял? Прыгнул и застрял, ребят. Че, кто, как и почему умер? Сейчас будет плейс. Хоп, и джук. А он ничего не кинул. А че он ничего не кинул? Совсем лошарик, что ли?
сдаться двум игрокам на 27-й минуте ни за что. Зефис! My character stop every second. I can't play like this. Бывает. Давай, тележечка, тащи. Из этой козы я еще чуть не умер. Воу-воу-воу. А, окей. Ну нажми стан, ты стан не прожала по нему, тупая ты дрянь. Даже я это знаю, что ты не прожала по нему стан. Этот мандал. Этот Мунда Плейс. Чё там у нас? Физикал нас убил, да? Говаривайте, физикал нас убил. Ну тогда Гаунтлет выходит на тропу войны. Морелка? Говно морелка. Никому не нужна морелка. Только Гаунтлеты. Ой, моя тележка, смотрите, что натворила. Она же до сюда дошла уже и мучает Мунда, мучает. Эх, вот бы быть, наверное, топ-1 по фарму нашей команды, да. 188 фарма. Я просто охреневаю. И я ни одного мопца у них не воровал, ребят. Ну, там... То мое воровство, которое я сделал, оно настолько мизерное было. Я все в лесу фармил. Лисин 57. Ну, просто сравните. Не, Лисин, кстати, это баг. Это баг, у него больше... У него было уже в один момент больше, так что должно быть больше. What the fuck our Callisto doing there? Ты чё делаешь? Да отвали ты от меня. Это Элло. Бля, я не успел стан прописать.
Стилец! Стилец показал! Хуяца! Ну. Эта игра веселая. Там, короче, Дрейка нашор. Fifth Drake all. Ой, блин. All come. All go. Сука, там был весенц флеша. Этого я не заметил. My bad. Блин, я реально не заметил, что Лисин там остался. Долго блиц там стоять будет? Хоть бы подошел ближе. Так, что мне заменять? Это мне нельзя заменять, она дает мне 200 хп лишних. Это менять нельзя, это менять нельзя. Гаунтлет менять нельзя. Баннер оф команд надо менять. На Рабадон или что-то в этом роде. Блин, ну, то я не знаю, им тяжело было? Не отдаться. За мной Чейз идет. Баннерку надо менять. На что? Сколько она стоит? Цел. Давайте так поменяем, потому что магресс мне не особо нужен, я смотрю. Можно на Frozen Heart, правда, поменять. Можно нога поменять. Вариантов много. Мне кажется, Deadman's Play сейчас лучше всего зайдет. Потому что единственная проблема — это АДшники и их остались.
Я всех захонорил, пофиг. Это была последняя игра на сегодня. Надо было скелет показать. Победили. Сегодня много поражений было. Обидно вот здесь вот. Вот здесь вот обидно, на самом деле, жутко. Потому что эта игра была выиграна, а этот киндредка в итоге побеждает. Охрененный просто игрочок. И здесь не так было обидно, потому что, ну, это одна из тех ситуаций, где оппоненты троллят, а наши парни даже не знают, что этим можно пользоваться. Этот парень взял киндредку на мид, проиграл линию, флемить начал меня, а этот парень не умеет стоять один в два линию. В чем его проблема? Стоишь под башней и не умираешь. Ну, нам осталось сколько еще сыграть? Так, казиксов сколько здесь? 3, 3, 6... 8 игр осталось, ребят, сыграть, и мы победим тогда. Ну, а я с вами прощаюсь. Никто из вас не донатит, поэтому буду спамить вам сейчас рекламу. Спам пошел. Посмотрите на мои кнопочки, смотрите, какие они классные. Знаете, сколько потребовалось? Мне, я потратил все вот эти деньги, чтобы эти кнопочки сделать. Вот. Как бы понимаете, чтобы еще кнопочек добавить, нужно еще денег. Больше нет. Ладно, давайте, всем пока.